Крымский федеральный университет уже третий год является площадкой для проведения межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи. Будущее науки». 27 апреля состоялось награждение победителей, призеров и участников финального тура олимпиады по химии и физике. Я бы хотела обратиться со словами благодарности к вам за ваш труд большой, за глубокие знания, которые вы сумели проявить, участвуя в олимпиаде «Будущие исследователи». Я хочу выразить слова, сказать слова признательности вашим родителям и вашим педагогам, которые вместе с вами, я полагаю, прошли этот путь. В олимпиаде принимали участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций среднего образования из разных уголков Крыма. Всем участникам вручили дипломы и сертификаты. Победители олимпиады получили дополнительные 10 баллов при поступлении в образовательные организации высшего образования, а призерам начислили по 5 баллов. Я писала олимпиаду по химии. В принципе, сильно сложно не было, но задания интересные. Химии интересуюсь еще 7 класса. Ну, в принципе, меня в ней привлекает то, что она как сборная наук. В ней есть и физика, и биология, и математика, и, собственно, химия. Я писала по физике олимпиаду, потому что я увлекаюсь физикой. Ну, добился в ней каких-то успехов даже, можно сказать. И, мне интересно изучение физики. Задания, они интересные, там состояло из 3 же задач. Одна была достаточно легкая, ее могли решить все, там, а 2 остальные посложнее. Основными задачами олимпиады являются выявление творческих способностей и развитие интереса к научной деятельности у обучающихся, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний и содействие профессиональной ориентации школьников. Ольга Якименко, Руслан Хохлов, пресс-служба Крымского федерального университета.